Нет медицинской реформы. На этой неделе вышли сказать тысячи медработников. Они буквально заполонили правительственный квартал в столице. Причем врачи соглашались, что медреформа нашей стране необходима, но только не в том виде, в котором ее предлагает Минздрав. Кроме того, требовали выплатить им 100-миллионные долги по зарплатам, убрать уравниловку и уволить ИО министра здравоохранения Ульяну Супрун. Сама же Супрун, для которой уже стало привычным просто убегать от неудобных тем, к митингующим даже не вышла. Ну а протест назвала искусственным, мол, врачей согнали на этот митинг.